Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видео я бы хотел бы вам рассказать, как сделать свою систему, ну, типа Windows, с помощью всего лишь трех программ. И мы начнем прямо сейчас, потому что мы не будем тянуть, потому что работа будет долгая и, наверное, надо начинать. Для этого нам потребуется три программы, и не забудьте подписаться на меня ВКонтакте. IT53, 55, 44, 63. Добавляйтесь в друзья, добавляю всех друзей. И все, пишите мне сообщения по любым вопросам, я на все вопросы отвечу. Беседы меня не добавлять. Итак, давайте начнем. Для создания нашей системы нам понадобится три программы. NubusCheat версии 1.0 System. NubusCheat версии 2.0 System. NubusCheat версии 3.0 System. Тоже. Вот три программы, которые нам сегодня пригодятся. Создавать мы будем нашу систему CMD-шного варианта, то есть CMD и CMD-X. Вы уже, наверное, знаете, что это, раз вы зашли по этому видео. И вы, наверное, программист. В общем, ребят, чтобы это создать, вам нужно всего лишь эти три программы и просто, ну, не знаю, ум, наверное, надо иметь. Потому что знание языка программирование не обязательным. Просто мы сегодня будем писать свою систему. Мы будем не писать, как в прошлых видео. Мы не будем писать там программы, игры. Мы будем писать нашу систему, которой мы сможем пользоваться, и мы сможем все сделать. Итак, для этого нам нужно вот здесь мы будем вбивать нашу систему. То есть первое, то, что нам надо система, это надо написать старт. Переключаем на английский язык и пишем, ну, давайте старт. Старт. Директ X. И пишите, какой у вас Директ X. У меня будет 12, допустим. Короче, я вам сейчас объясню, как вот этими всеми программами пользоваться. Вот эти два окошка отвечают, вот в первой версии, отвечают за... Здесь выводите информацию, здесь выводятся, ну, загрузки типа того, типа консольного окна. Во второй версии это полностью для эроров, если у вас там ошибки, все это, чтобы переносить на этот лист. И третья программа это просто, чтобы писать скрипты. Нам сегодня эта программа пригодится, хоть чуть-чуть, но пригодится, в общем. В общем, мы уже написали, нам нужно теперь узнать наш код. Код нашей системы. Для этого сейчас мы кое-что сделаем и продолжим. Итак, друзья, для этого, чтобы дальше писать, нам понадобится мой сайт Nubus. Там я пишу всякие скрипты, всякое это. Вы все уже знаете, зайдете, сами посмотрите. После старта мы должны написать Enter, и у нас появится такая скобочка. Там будет написано, ну, сейчас проверим. Итак, вот у нас появилась наша строчечка. Теперь что нам надо с ней сделать, с этой строчкой? Теперь нам нужно, чтобы это все работало. То есть, чтобы в этом нашем втором окне отобразилась загрузка. Для этого мы создаем новую систему. Нажимаем еще раз Enter. Так, и у нас появляется Create NF Windows System. Вот и все. После этого мы должны прописать во вторую нашу консольку, точнее, в третью нашу консольку, мы должны прописать всякие разные скрипты, которые нам пригодятся. Итак, вставляем сюда то, что мы скопировали. У нас появляется вот это The Script No Errors in the System. Теперь ждем некоторое время и прописываем следующую команду. Так, ну, видимо, писать нам следующий скрипт не надо, потому что у нас уже есть лоудинг 100%. Это наш скрипт. Только почему-то не написалось скрипт, я этого не знаю. Должно было написать the script, лоудинг 100%. 100% это значит старт. Так, здесь мы прописали нашу систему новую. То есть система будет как Windows. Если вы школьник, вы не поймете. Если вы уже взрослый человек, то вы поймете.
Что это за система? Система типа Windows, это то есть надо создать менюшку, меню типа меню запуска, иконки всякие типа папок там или других. Еще будет фото рабочего стола. Ну, короче, мы все это сделаем, все поработаем над этим. Для этого вот нам понадобится дофигища времени, конечно, но давайте мы продолжим. Так, вообще-то здесь в эрорку должно быть прописаться эроры. Но пока что эроров у нас нету, так что прописываем в нашу первую консольку, мы прописываем дальше наши коды. Скрипт будет в описании. То есть, смотрите, здесь мы прописываем нашу систему, здесь у нас ошибки, здесь у нас загрузки, все отчитывается, а здесь у нас мы пишем скрипты. То есть это уже все понятно, то есть как-то так. То есть в первой версии мы пишем саму винду, смотрим внизу на загрузки, а в версии 2 мы смотрим на ошибки. В версии 3 мы здесь пишем скрипты. В общем, все понятно, наверное. Давайте мы уже продолжим. Пишем здесь, где nav, пишем дальше. В общем, нажимаем Enter и нажимаем здесь. Ну что ж, мы написали и видим сразу то, что вот то accept panel loading system cmd.exe. И у нас сразу во втором окне, где ошибки прописываются, вот в этом написано у нас уже наша ошибка. То есть вот наше то, что мы ввели. Error, global error, глобальная ошибка в системе. Вы неправильно отправили нужный скрипт для начала создания новой системы Windows. Короче, как-то так можно это перевести. То есть надо теперь нам новый скрипт найти. Для этого открываем скрипт и пишем новый скрипт. Итак, отправляем, нажимаем Enter здесь. Во втором окне, точнее в третьем. Пишем здесь скрипт. Дальше нам нужно здесь, где в КМД. Короче, я вам сейчас все это объясню. Так, в общем, смотрите. Вот у нас сразу во втором окне показалось то, что attention это типа ошибка тоже какая-то, я не знаю. Внимание, что ли? Внимание, неправильно скрипт, что ли? Или что-то типа того. В общем, смотрите. Здесь, в этом окне, в первом, где вот мы писали Windows System, то есть cmd.exe, здесь мы должны прописывать цифры. То есть цифры 1 это try, правда, а 0 это false, это неправда, значит. То есть, если вы что-то хотите включить, ну, если вы играли в игры или во что-то другое, например, в Steam, то там, например, если вы включаете читы, например, SV Cheats, то вы пишете там 1, это значит включить. А если SVCheats 0, это значит выключить, короче. То есть здесь такая же система, и мы сейчас продолжим создавать нашу панель. Так, теперь вписываем новую команду. Это вот эта вот команда The Windows Module 1. Так, и сразу видно то, что у нас вот в этом окошке во второй системе написали то, что The Windows Module 1 Bug fixed. Это значит, баг сделан нормально. Теперь я уже даже не помню, что дальше делать. Потому что баг зафиксили, то есть мы все сделали. Вот здесь написали то, что у нас баг зафиксен. То есть все, у нас ошибка исправлена, то есть написано. Модуль мы прописали. И вроде, ребят, мы все сделали вроде. Теперь нам нужно прописать следующую команду. Здесь в скриптах пишите новый скрипт. Прописываем скрипт активации. Пишем здесь и смотрим. Так, нам написали то, что скрипт the correction. Теперь здесь, то есть активация, здесь у нас должна была пойти какая-то штука, но у нас, видимо, она не пошла. Но должна была она пойти, но странно. Должно, короче, бегущая строка здесь быть, но почему-то ее нету. Так, видите, у нас появилось теперь в первом окне
то, что прописано, то есть. То есть, смотрите, вот вторая окна, почему-то она не запускается. Это как-то странно. Должно идти, типа, бегущая строка, что-то типа того. Но ее почему-то нету. Странно. Так. Видите, у нас прописалось все-таки что-то. Вот прописалось в этом окошке. Но не видно, что вообще прописалось. Потому что the text will introduce not try. Это, я не знаю, неправда, что ли, какая-то хрень. Так, надо теперь разбираться. The system file move to the new, new, короче, Windows. То есть системные файлы перемещены в новую систему Windows. Создается новая система, перемещается и лоудинг, загрузка. Долго она будет, не знаете? Так, у нас написалось directory is not defined. Какая-то ошибка. Так, так, и у нас в ошибке переписалось. То есть ошибка modified system files. Какие-то системные файлы недоступны, но в общем смотрим дальше. У нас должно что-то грузиться, видимо. Итак, друзья, вот у нас такое на моменте там остановилось. В общем, ребят, нам тут написали то, что программа запустилась, у нас запустился какой-то бинарный код неправильный, у нас его рестартинг, его, короче, зарестартовалось. Так, дальше waiting, подождите, респаун какой-то отправки. Нажмите Enter, чтобы запустить создание новой Windows. Так, в нашей вот этой вот системе, вот в этой зеленой, есть белая, красная и вот зеленая. В зеленой у нас пишется самое важное. Здесь нам пишут то, что вот the restart corrected complete, то есть сделано, завершено. Подождите, что там с респауном. И пресс Enter. То есть у нас остановилось все на Enter. То есть если я нажму Enter, у нас сразу откроется другое окно по созданию нашей системы. Но, в общем, уже прошло 12 минут, как мы уже создаем эту систему. Нам нужно теперь нажать только Enter, и у нас запустится сразу такая вот система, которой мы будем пользоваться. Мы должны прописать сразу как кучу скриптов, которые нам помогут в создании нашей программы. В общем, все мы сейчас пропишем. Нажимаем Enter и ничего что-то не происходит. Ну так, друзья, на чем мы остановились? Я тут остановился на том, хотя я останавливал видео, ну ладно. Итак, друзья, мы остановились на том, то что вот я нажал Enter, прописал 10 скриптов. Рана у нас, то есть рунов, это запуска. Скрипты не сделали ничего, потому что здесь error сразу попал. То есть запустить не получилось. Значит, надо как-то по-другому запускать. Я даже не знаю как. Сейчас все сделаем, сейчас все попробуем и зайдем все-таки в нашу систему нашей работы. Так. В этой системе у нас так ничего не получилось, не заработало и не сделалось. Но если мы пропишем еще последний код, вот здесь, мы должны прописать самый последний код, который после ранов идет, и мы сразу попадаем в систему нашего работы, который изменит систему, и мы начнем, короче, все делать. В общем, ребят, все, что вам надо, только подписаться на меня. Я даже не знаю, сделать несколько частей этого видео или сделать одну, я уже не знаю. Потому что реально видео очень крутое получилось, и надо, наверное, продолжить. Ну, что ж, ребят, теперь мы должны прописать вот эту последнюю команду, и мы сразу попадаем в CMD-шный такой вот, ну, короче,
нашу штуку, которую бин. Ну, я там снимать не смогу, потому что программа эта работает только тогда, когда я в системе, то есть своей Windows. А когда я выйду из системы после прописки этого кода в этой системе, то я сразу выйду из моей системы, и видео, конечно же, остановится. Ну, поэтому, ребят, все уже понятно. Я не знаю, даже сохранится это видео или нет, но надо все-таки прописать эту команду и все. В общем, ребят, запоминайте вот эти команды, мы все прописываем, мы все делаем. Если вы хотите создать свою систему, скачивать вот эти программы, ссылка есть в описании, я вам все напишу. Ну что ж, ребят, теперь мы должны прописать эту команду. Если не будет никаких ошибок, то мы спокойно уже попадем в нашу систему бинарную. Бинарную систему, которую там бинары всякие разные хрени, которые нам помогут. В общем, ребята, то, что мы должны сделать позже, если у меня не сохранится видео, или сохранится, а второе видео не сохранится. В общем, ребят, мы создаем систему, то есть нам нужно прописать в ней код. То есть мы прописываем сейчас код, мы попадаем в систему, там нажимаем Enter после долгой-долгой-долгой загрузки, в общем. Попадаем в нашу новую систему, то есть просто в окошко такое синенькое обычное, не винды, а просто вот система. Там мы создаем вот эту нашу винду как надо, в общем, все делаем правильно. Хотя из-за этой штуки может сидеть оригинальная винда, поэтому если не хотите, и не делайте. Не советую, в общем, ребят. Ну что ж, давайте все-таки ее пропишем и посмотрим, что будет. Давайте. В общем, ребят, после ввода этой системы я сразу попадаю в другую систему, и там уже я не знаю даже, не смогу снимать это точно, потому что у меня сейчас выключится компьютер. В общем, я сейчас ввожу и смотрите, что будет. То есть после каждой команды надо вводить Enter. В общем, давайте. Нажимаем. Вот, Start NF System, Windows System. Так, в общем, после нажатия Enter у меня, хотя мы, наверное, прописывали это где-то, нет? Не прописывали. Ну ладно. В общем, после нажатия Enter меня выкидывает из моей системы, и я попадаю в систему создания новой системы. В общем, после создания я сразу включу программу как-нибудь. Попробую это сделать. И, в общем, мы создадим это все. Ну а сейчас, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Нажимаем Enter. И всем пока.